Для улучшения состояния кожи, волос и ногтей все-таки лучше принимать комплексные миксы нутрицептиков, где четко просчитана дозировка и они работают прицельно. Из отдельных добавок хочется обратить внимание на коллаген, гиалуроновую кислоту, на витамин С, биотин. Также в синтезе собственного коллагена у нас с вами участвуют медь и железо. И обратите внимание на препараты серы, например, метилсульфаниламин или МСМ добавка, которая помимо синтезирования коллагена еще и оказывает противовоспалительное действие. На самом деле все добавки будут хороши. Это и комплексное решение, и решение какой-то конкретной задачи. Отдельно волосы, отдельно ногти, и отдельно можно принимать добавки коллагена. Строго по инструкции, созданной производителем, или по назначению врача, если у вас есть дефициты по определенным витаминам или веществам. Доза и время приема у каждого производителя будет определяться процентом активного вещества. Думаю, что негативное впечатление у многих складывается по личному опыту приема с завышенными ожиданиями. Также здесь имеет место состояние желудочно-кишечного тракта. Иногда эффективность применения БАД зависит от формы БАДа, также от компонентов энхансеров, которые улучшают всасывание активных веществ из пищевых добавок. Компоненты-энхансеры позволяют улучшить растворимость, уменьшают ферментативное расщепление и позволяют улучшить всасывание активного ингредиента. К компонентам-энхансерам, например, относят лецитин для жирорастворимых витаминов, фитосомы, липосомы или пиперин, экстракт черного перца. Например, биоперин – запатентованная добавка, которая содержит 95% пиперина, улучшает биодоступность большинства нутрицептиков, что делает формы БАД очень активными. Несмотря на то, что биоперин улучшает биодоступность нутрицептиков, он еще и сам является источником большого количества витамина С и антиоксидантов. Здесь проведено очень много исследований как российских ученых, так и зарубежных ученых о активности коллагена в пищевых добавках. И хочется сказать о том, что коллаген стоит принимать, и он очень хорошо усваивается. Поскольку коллаген состоит из трех аминокислот, одна из которых глицин, коллаген хорошо усваивается в гидролизированной форме, а также в аминокислотном комплексе, например, коллаген трипептид. И прием пищевых добавок с коллагеном будет эффективен как для кожи, так и для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Также хочу сказать, что прием БАД не стоит сочетать с продуктами питания, которые нарушают всасывание активных веществ. Из рациона стоит исключить или ограничить большое количество сахара, кофе, горячие напитки, а также большое количество жира, и здесь речь идет о жареном. Если вы не хотите менять свои пищевые пристрастия, то следует делать интервал 1-1.5 часа между едой и приемом добавок.